Вот, кошка в магазине просто сидит и не уходит. И люди открывают дверь, ей пофиг. Я когда с улицы пришла, я подумала, что это отражение какое-то в стекле. Сидит просто, в окно смотрит. Люди входят так аккуратненько. Вот сейчас женщина выйдет. Ай, пофиг. Это его территория. Боже, чудо какое-то. Я за водичкой зашла. Живет он тут здесь. Здесь прохладнее, на улице жарко. Китя! Китя! Да! Китя! Ну, такой прекрасный, белый Китя. Мяу, говорит.